Ренд, штука. Что поджечь стрелу? Подойдите горячую источнику. Леон приказал никого не выпускать и привести к нему Аспасию. Я не пойду. Прочь! Держи их! Я готов к бою! Нет! Все в порядке. Идем. Мы остаемся, Алексиус. О чем ты? Мое место здесь. Я не могу оставить Афинин без врача. А Спасию ты защитишь сам. А нам оставь Афины. Ты видел, что стало с Периклом? Хочешь повторить его судьбу? Если несогласных не останется, люди не пойдут против Клеона. Я нужен им. Уверен? Я прожил жизнь как афинянин и умру как афинянин. Окажите мне услугу, вы оба. Конечно.
Найдите тело Фебы. Похороните ее. Конечно, со всеми почестями. Спасибо. Нам пора, Алексиус. Я рассчитываю вновь увидеть вас, живых. Издали Афины кажутся такими спокойными, словно там царит мир. Но это лишь видимость. Мне так жаль Аспасия. Насчет Перикла и Афин. Афеба. Не надо казнить себя. Это не твоя вина. Кажется, я подвел их всех. Никому не смог помочь. Наделал ошибок. Не думай так. Во всем виноват только культ космоса. Афеба. Нет, позволь мне. За Фебой приглядывала я. Нельзя было отпускать ее. Это моя ошибка. Нет, я хотел извиниться. Ты ни при чем. Прости. Еще одна смерть на совести культа. Перед смертью они будут молить о пощаде. Непременно. А пока нужно подумать о будущем. Ты знаешь, куда плыть? Я надеялся, ты поможешь мне. Конечно. Та женщина... Феникс. Песнь сирены и ее корабль. Феникс. Да, именно так. Я слышал, этот корабль стоит в порту острова Наксос. Что ж, плывем к Наксосу, найдем Феникс. Клево, не заметно, он даун, блядь. Мне кажется, что Феба не умерла, а просто хотела создание. Чтобы она потом вернется. Мне это так кажется. Но при этом я хрен знаю, честно говоря. Убрать
разве мы сможем его одолеть? Наксос уже близко. Ты предвкушаешь? Переживаю. Что мне сказать? Алексиос, ты объездил половину Греции, чтобы найти ее. Не надо ничего говорить. Твоего присутствия вполне хватит. А что, если я... Это видео, блядь. Пец. Буду осторожен. Меня не запугать. Собирайте людей и удвойте патрули. Никто не должен приплыть с Пароса незамеченным. Да, Архонт. Но Архонт, наемники. Я знаю, что тебя тревожит. Но важнее всего защитить город и каменоломни. Идите. Встреча окончена.
Алексиус? Как? Я до сих пор вижу, как ты падаешь со скалы. Думала, что потеряла тебя. Кассандра жива. Они забрали его. Я училась жить заново. Понимаешь? И вдруг узнаю, что вы живы. Вы оба живы. Я нашел тебя. Твоя сестра. Ее надо вернуть. Уже поздно. Однажды я предала вас. Это не повторится. Что как ты? У меня столько вопросов. Не только у тебя, но спрашивай. Попробую ответить. Расскажи о моем настоящем отце. Как ты узнал? Мне сказали. Николаус, вы виделись? Да, в Мегариде. Твой отец Николаус. Он растил тебя, пока не предпочел тебе спартанский долг. Он говорил о другом отце. Расскажи мне о нем. Я надеялась, что мне не придется открывать тебе правду, но если мы хотим остановить культ, ты должен знать все. О чем ты? Я была с ним до твоего от... Николауса. О нем давно нет вестей. В чем дело? В бухте высадились солдаты с Пароса. Их не больше десятка. Малака. Тимо, собирай людей. Продолжим потом, дитя. Я помогу. Надеюсь, ты умеешь драться? Намного лучше, чем в детстве. Что ж, идем. Кто на нас напал? Люди с острова Парос. Похоже, Силанос больше не желает делиться выручкой. Но сейчас? Паросцы нам вечно досаждают. Я ждала нападения, но не Давай. Так скоро. Похоже, будет не до разговоров. Если представится шанс, союзники с радостью ударят в спину. Хрен. Я слышу хрен. И ты помогаешь Спарте после всего, что случилось? Парус заключил союз с Афинами, так что выбор был невелик. Ты нуждалась в ней. Соперничество — это одно, но Парус превратил его в войну. Наксос не выстоял бы против натиска парусцев и Афин. Ой! Стой! Больше не шаг! Ай! Ай!
будет больно. Правители этих островов давно враждуют. Раньше Парус и Андрос принадлежали нам. Да и мастера у нас куда лучше. А сейчас? Считают, что достойны большего. Богатым негде расправить крылья. Но мы подрежем им эти крылья. Они не знают, с кем связались. Ты похож на Николауса. И сражаешься так же бесстрашно и свирепо. Он был бы горд. Я помню, чему вы меня учили. Вы отличные наставники. Я хотела воспитать тебя бойцом. Так и вышло. Объясни, почему культ охотится на нашу семью. Есть много причин, дитя. Что мы им сделали? Теперь, когда мы вместе, лучше спросить, что мы можем сделать. Они боятся нас. Твои предки долгие века представляли угрозу для культа. Эти люди хотят нас убить, чтобы мы не помешали их замыслам. Культ ответит за все зло, что он причинил нашей семье и Греции. Ты силен, но это чудовище не победить копьем или мечом. Чтобы заставить их страдать, я использую любое оружие. Объясни, почему... Есть... Что мы... Теперь, когда... Они боятся нас. Твои... Если они нас так боятся, мы докажем, что на то есть причина. Многие пытались их остановить. Мы не многие. И у нас все получится. Что произошло в Арголиде после той ночи? Я нашла твою сестру и отнесла к Гиппократу, помощнику лекаря. Ты пропал. Я боялась потерять и ее. Я недавно говорил с ним. Он еще помнит ту ночь. Когда мне сказали, что Кассандра умерла, я едва не сошла с ума от горя. Вы были для меня всем. Тебя обманули. Она жива. Может, они поняли, что она особенная, и передали ее культу? Мы спасем ее, мама. Я верну ее. Однажды, вцепившись в жертву, культ ее не отпустит. Боюсь, твоя сестра обречена. Я ведь нашел тебя. Мы спасем ее. Вместе. Знаю, ты покинула Спарту, но как ты попала сюда? После того, что сделал Николаус, я больше не могла там оставаться. Но почему здесь? Мне выпал шанс помочь этим людям, дать им что-то. Меня избрали правительницей острова, и я должна сберечь его от врагов. Ты столького достигла. Думаю, люди счастливы, что у них такой лидер. Было немало трудностей, но я горжусь тем, чего мы добились. Редко встретишь людей, подобных тебе. Давай продолжим наш разговор в более приятном месте. Едем же. Здесь так красиво. Да. Здесь прекрасные пляжи, не то что в Спарте. Спарта. Все, что я помню, это подножие горы Тайгет. Когда я отнесла тебя к Пифии, я не думала, что случится потом. Она сказала, ты особенный. Даже Пифия не может знать все. Но! Твой полководец быстро поднял тревогу.
Он знает Парос угрозы для нас. Это ясно нам всем. Шлют сюда солдат, куда уж яснее. А заключить союз? Мы пытались очень давно. Но теперь они считают нас своими врагами. Я помогу вам их одолеть. Обсудим это позже. Но думаю, ты прав. Парос нужно остановить. Парос нужно остановить. Парус нужно остановить. Вижу, храм строится, Евандрос. Не будет пожертвований, не будет храма. Солдатам не добыть средств. Они защищают храм от врагов, не дают его разрушить. Но я попробую помочь. Реконструкция – благое дело. Лигдамес заслуживает почитания. Мы не забудем его борьбу с продажными олигархами. Это урок всем нам. Я помогу достроить храм. Спасибо, Феникс. Что за странный день? Но хороший. Бывало и хуже. Да уж. Ты вырос и полон сил. Но я чувствую бремя, что тяготеет над тобой. Теперь, когда мы вместе, мне легче. Хорошо. Но зачем же боги вновь решили свести нас? Чтобы мы вместе уничтожили культ. Все не так просто. Ты очень силен, но одни мы не справимся. Они причинили нам столько боли. Из-за них страдают и другие люди. Покинув Спарту, я знала, на что иду. Теперь моя забота – жители Наксоса. Позволь тебе помочь. Мы защитим Наксос и вместе будем бороться с культом. Мирин, симпосий вот-вот начнется. О, боги. Прости, дитя, я забыла. Готовь лошадей, я уже выхожу. Симпосий? Нужно показать людям, что их лидер силен. Иногда приходится сохранять внешнее спокойствие, даже если внутри бушует хаос. Я помогу тебе в борьбе с культом, но сперва нужно убедиться, что Наксосу ничего не угрожает. Что нам делать? Вести войну с Паросом. Ослабим их позиции. И в нужный момент нанесем удар в уязвимое место. Что ты задумала? Вызовем флот Пароса на бой и уничтожим его. Но Юнеас, мой адмирал, пропал. Он уплыл на Парос, чтобы вести переговоры, но так и не вернулся. Не волнуйся, я его разыщу. Если понадоблюсь, я на симпосии, но... Если придешь, постарайся выглядеть не так воинственно. Проходи. Thank you.
давай. Я не из тех, кто бездумно... Ты что, не слушаешь? Это опытные убийцы. Не показывайся на людях. Погибнешь. Я это понимаю. Но меня должны увидеть. Пропагандист поработал на славу. Иначе Парос не победить. Уже слишком многие погибли. Прошу, уезжай отсюда. Аспасия? Откуда ты тут? Алексиос, подыграй мне. Я вас прервал. Прошу, продолжайте. Так увлекательно. Я пришла сказать твоей матери, что ее ищут убийцы из культа. А здесь она на виду. А я говорила о Спасии, что иначе мне не заручиться поддержкой жителей. Мне убить солдат культа? Этого мало. Без доказательств никто не поверит в вину Пароса. Найди их. Конечно. Спасибо. А я буду здесь. Заручусь поддержкой. Осторожней, они опасны. Знаю. Я уведу ее отсюда. Подскажи, где мне начать поиски? В пещерах под горой Зас. Культисты одержимы своим мистицизмом. Чего еще от них ждать? Не думаю, что убийцы признаются, на кого работают. Пожалуй. Нужно что-то надежней. Уверена, ты справишься. Конечно. С радостью вам. Ты отважный боец, Мирин. Но закрывать глаза на опасность глупо. Эти... Я знаю, кто они. Тогда знаешь и о риске. Но не знаю, с чего ты решила, что они... Thank you.
вход в пещеру, а не там. Здесь меня могут заметить. Я вижу... Встреча Саида! Печать Пароса и письмо зашифровано.
Изыди, дитя Гефеста! Зевс вырос в этих пещерах. Нужно действовать осторожно. Боро!
Парус нужно остановить. Парус нужно остановить. Парус нужно остановить. Убийцам заплатили деньгами Паруса. Что ж, лучше доказательств не придумать. Это мне поможет. Отнеси в гильдию торговцев. Это мои доказательства. А деньги пусть оставят себе. Конечно. Еще там было это. Полагаю, приказы. Выглядит знакомо. Это древний диалект. Полагаю, культ использует его для общения. Можешь прочесть? Эти деньги не от Силануса. Их дал кто-то из Спарты. Это невозможно. Я могу перевести, но поверь, это приказы спартанского царя. Знать в Спарте всегда отвергала культ. Культ как вода. Просочится в любую трещину. Но только не в Спарте! Спарта давным-давно изменилась. Порок проник повсюду, и Спарта не исключение. Они хотят насадить дисциплину в Греции, а сами гниют изнутри. Они выбрали не того врага. Мы спартанцы. Не забывай. Неужели? Здесь меня держат дела. Парус нужно остановить. А потом... Потом я вернусь. Парус нужно остановить. Thank you.
Ваши статуи сгинут. Если нужно, мы сожжем ваши храмы, чтобы избавить мир от крыс вроде тебя. Неплохо сказано, бля. Лишь бы не заметили. Давай. Тебе здесь не рады. Давай, вперед. Тебе помочь? Хорошего тебе дня. Ну что, поехали. Максимальный уровень способности 3. Thank you.
Это храм бога вина Диониса. Маркос был бы в восторге. Давай, давай! Ну, давай! Вперед!
Я прощаю тебе убийство моих похитителей. Спасибо. Будь осторожнее, ладно? Я постараюсь. А ты пожелай мне удачи. Удачи. Вперед! Вау! Как держать?
свободы! Весла на воду! Идем на таран! Плывем на полной скорости! Замедляйте! Быстрее плыть не сможем, Клен! Причаливаем! Еще кто-нибудь выжил? Их взяли в плен. Меня решили не тащить на Парос. Что случилось? Мы прибыли с миром, а они напали на нас. А что с вашим капитаном? В плену. Куда его могли отвезти, интересно? Они хотели связать его и оставить под палящим солнцем на камнях. Зачем сохранять ему жизнь? Шантаж. Он очень важен для Феникс. Я найду его. Отомстим. Элла!
найду укрытие. Что? Посмотрю, что там. Что? Не донимай меня. Стоять! Но ведь я кого-то видел. Кто бы ты ни был, замолчи! Я тебя найду. Этот свист начинает меня раздражать. Да, свисти. А? И давно здесь лежит тело? Хотел бы я слушать свист, купил бы птицу. Этот свист раздражает. Что еще? Я тебя слышу. А? Что-то не так. А? Кто свистел? Кто тут свистел?
Эй, что тебе? Это начинает раздражать. А? Помни, я не спущу с тебя глаз. Что? Хотел бы я слушать свист, купил бы птицу. Здесь кто-то есть! Чего тебе надо? Прощайся с жизнью! Oh!